сизый якорь мне в бухту лячо. Это значит, у жены шуба, а у меня сель под шубой. Хотя никакой у меня жены нахрен нет. Смотрите, салатики какие. Самые новогодние салаты. Вот это, как называется салат? Пес его знает. Вот это, как француза там какого-то звали. Вот это осенний, вот это под шубой. Так, и корочка сделана у моря. Даже студень есть. Это шашлык, это я не хочу, свинятина. Даже шампусик, еди твою. Сколько? 500 градусов крепости, нифига себе. Подарок. Вот это нормальный подарок. Любимый с детства конфетки. Так, сыр, колбаса, хлебушек какой. Ух, урозный. Я того кибитку целовал, а? Можжевеловые сиськи. С Новым годом! Ну или наступающим. Поехали те точить. Новый год к нам чится. Скоро ты будешь моя волчица. Здорово, народ! Всех с наступающим Новым годом! Самая новогодняя поляна, что ни на есть. А? Люксовый люкс. Вот этой, может, стороной. Вот. Там, значит, ну погоди, или что там показывают. Значит, волк гонялся за волчицей. Вот с такими яйцами. Так, за бред. Так, давайте бахнем за наступающий Новый год. Шампусику детского. Я уже не помню, когда я последний раз бухал такой шампусь. Блин, интересно, пробка вытывается. Штрельбанет? По-моему, нет. Ух ты, ёб твою! Блядь! Вот это неожиданно было! Блин! У меня тут всего поназаставлено. Куда все деть? Вот это они его газированным сделали. Дюшес твою налево. Ну что же, самого главного — здоровья и успехов. Пил, а вот на подсознательном уровне, как будто шампанское. Нормально, всем приятного. Начнем с оливье. Как будто я пришел, короче, в этот, в гости кому-то. Подарок сейчас будем скрывать. Блин. Колбасочки. Сырочку. Бухлишка. Крабовые. Хлебушек. И корочки мне дайте. О, какая. Игристая, смотри, как на свету играет. О, блин. И горка начет. Сель под шубой. Всегда не понимал, такая поляна, стол ломится, а мы ждем 12 часов. Вот нельзя жрать. Студень. Какой же студень, блин.
этот, без горчички. Да ядрить твою! О! Блин, какая же она все-таки жестокая. И корочки, да побольше. И вот это понаготовят. Оно стоит. Блин, быстрее идите, а то пропадет. Тазик оливье. Помню, коньячок закусывал. Так. Саграм не хватает, точно. Вот шипучая, смотрите, дюшес с дракончиком. Люксовый люкс. Потихоньку буду есть и подарок открою. Так. Сейчас моим ножичком подрежем. Самый новогодний стол, что у меня когда-либо был, по-моему. Не столько салатов, все, всего. А ну-ка. Давай-ка. Гулять, выходи. Нет, Дед Мороз. Нет, Дед Мороз, подожди. Экскузумуа. Прошу пардонить. Ой, первая конфета. Мишки в лесу. Сюда. О, блин, и пахнет шоколадом. Мне всегда нравилось вот это вот ребристое. Блин, долбаные вафли. Какой хлеб вкусный. Не трогай это на Новый год. Я помню, ночью в холодильник залазил. Варю чуть-чуть салатика такого-такого. Я не знаю, что за прикол. Столько еды, люди скупают. А сейчас был в магазине. Они просто берут с прилавков, вот так вот все руками сгребают, особенно пожилые. Они весь год копят, всю жизнь копили, чтобы на Новый год все это прожрать.
Еще горшички вкинутся лютой. О! Аж убля, вспышки в глазах, слепнет нафиг все. Блин, как же это все вкусно. Зараза. Это микс. Птичье молоко. Дурак. Вкусняшка. Блин, тут я до еды добрался. Буревестник. Ласточка, вестница весны. Я такие конфеты ненавидел с детства. Они шляповские. Извините, у вас нет отдельного кабинета? О, там вы, ваше благородие, нарезались? Ух ты ж! Тульский пряник! Ой, не падай. О! Конфетка и рис, золотой ключик. Это хана, вся челюсть нафиг прилипает к небу. Вместе с зубами, со всей челюстью выдергиваешь эти конфеты. Ну, в детстве так было. О, так, вдохновение, конфетки. О, красная шапочка. Вот красная шапочка тоже вкусные конфетки. Вот это конфеты, так конфеты, да? Блин, ну вафли, ну. Зато шоколад вкусный. Ласточка. Морской бриз вот такие вот. Мне даже этикетка уже понятно, что там внутри. О! Маков цвет. Тоже прикольный. Тоже, видимо, вафли. А, нет, я такие не люблю. С такой начинкой. О! Петушок, золотой гребешок. Я должен попробовать. Я не помню такую. Может, в детстве была. Блин. Там пусть надо. Надо было еще чаю заварить. Только русские могут, блин. После застолья такого кошмарного пьянки в конце сесть и чай пить. Так, мишки в лесу. Маков цвет. О, алфенка.
шоколадочка. Блин, вот это подарок классный. Из по акции. О, ключик. Он стоит 470 рублей. О, что за конфета. Блин, даже пробовать уже не хочу. Как называется? Глазированный шоколадный. Что-то. Бабаевский. Без названия. А. Визит. Мой ихтиандр сегодня нанесет тебе визит. О, маска. Тоже шляповский. Вот эта начинка, блин. О, это что такое? Обожайка. Вафли. Крем-брюле. Ну, вафли прикольная. Сейчас. Ух ты, это что такое? Сказка. Конфеты, глазирован, шоколадный глазурец, начинка между слоями, вафель. Ну, вафли. Вафельки. Так. Вот это конфетки, белочка. Все, белочка пришла. Ух ты, грильяж в шоколадной глазури. Много орехов тоже, типа белочки, да? А это что? Плюшка с халвой. Я хочу попробовать плюшку. А-а-а. Прикольно. Белочку сейчас. Вкусно. Белочка с орешками. Грильяж, много орехов. Ого. Прямо аж, сразу понятно. По хрусту. Ромашка. Что-то они обычно желейные, но это, по-моему, нет. Батончики. Это вот наподобие, что сейчас я открыл. О, это визит. Блин, визит попробовать надо. Ну, я так и знал. Не хочу. Красный октябрь. Это труфеля. Тоже начинка плотная. Не люблю я плотные начинки. Больше всего мне нравится желейное. Вот с детства обожаю. Вдохновение. Да. Огни Москвы. Ну давайте попробуем. Смотрите, какой цвет красивый. Огни Москвы. Понятно. Вафли, блин. Ну и все. Закончилась весна. Ну и ирисок этих напихали. Давайте весну. О, весна. Тоже таким, но мягкая какая-то. Бабкой старой звонила. Пойдет. Ну и сразу и корочку добить. С хлебушком ее прикольно. Ведро воды и хрен туда. Да ломайся ты. Икру нельзя оставлять. Баня. Во, Паяна. У меня аж настроение приподнялось. И даже мой друг Бам приподнялся. От такого настроения. От такой еды. Мой люксовый люкс. Ну что я могу сказать, народ?
мирного неба над землей, крепкого здоровья и большого счастья в личной жизни. И не переживайте вы ни за что. А это мой последний видос. В этом году. Так. Что-то тыр-пыр, 8 дыр наелся. Ничего толком не съел. Ну что же. Большое вам спасибо, что вы со мной. За очень много приятных комментариев. Мне очень приятно. Еще раз здоровья вам. И с вами был Юрец. До новых встреч. Пока.